Всем добрый день! Сегодня 23 ноября. Вот такая у меня и эустома. Вытащила ее с горшка кое-как, чтобы совсем мне ее не развалить. Ну вот придется садить, наверное, пучками, потому что слишком близко вот она насеялась. Вот такими пучками вылезла. Я ее сейчас вот посажу вот в такой контейнер. Вот такие я вот набор лопаточек взяла. Кстати, очень удобно. Вот это узенькая, есть широкая. И еще грабельки. Ну, грабельки, не знаю. Я ими еще не пользовалась. А вот лопатки прям вообще, я довольна. Так что, если кто увидит, покупайте. Ну, вот сейчас буду вот сюда как бы садить, пробовать. Так, сейчас одной рукой мне неудобно. Ну, вот кое-как посадила. Но что-то очень-очень как бы мне тяжеловато садить. Они очень-очень мелкие росточки. Жалко мне их, конечно, загубить. Но буду пробовать дальше. Так, ну вот, посадила. Что-то нечетко, да? Видно. Ну вот пучками пока посадила, подрастут, потом опять буду рассаживать. Так, вот такие лопатки. Вот, узенькая, широкая, очень удобная, конечно, но где-то совсем мелко-мелко вот подправить вот эти вот росточки мне надо зубочистку. Вот зубочисткой удобно, ну просто подправить и пересаживать вот такими лопатками вообще просто прекрасно. Так что советую. По-моему, я покупала в фикс-прайсе. По-моему, да. А, или в маяке. Это вот Иркутск. Я про Иркутск говорю. А в других городах не знаю, где можно найти. Так что вот. 23-е. Ну, это почти месяц прошел после посеивания. Так что вот буду снимать, как оно у меня растет. Моя эустомка. Это из моих семян, которые я собрала из коробочки. Это будет белого цвета. Так, ну последний раз вот я считала, у меня уже было 34 росточка. Ну, вот сейчас, конечно, я посадила, немножко где-то какие-то смялись. Будет все равно, наверное, меньше. Укрепятся и останутся дальше расти еще, наверное, меньше. Ну, посмотрим. Буду надеяться, что у меня эустомки будет нынче много. Ну вот, буду заканчивать. Всем пока. Ну вот, накрыла пленкой эустому. Забыла сказать. Ну и поставила. У меня места на окне очень мало. У меня маленькое окно здесь, светлое, солнечное. Вот, поэтому поставила вот в этот горшок, где она и сидела, подставила под нее. Там тоже, чтобы она была повыше и чтобы можно было лампу вот эту включать, чтобы ей света хватало. Вот у меня распустилась эустомка, которую я показывала. Вот такая красавица. Наконец-то я и дождалась. Прямо вообще. Тут вот должны. Это розовые. Вот розовые наготове. Должна тоже распуститься скоро на днях. Вот так. Ну, всем пока.